358 серия, Магадан, Владивосток. Приближаемся к третьей знаковой точке, городу Владивостоку. Ну, это на подъезде. Уже на горизонте видны строения. Значит, в этой серии будет одна часть. Вообще планируется несколько серий, несколько частей. Будут видео с бокового видеорегистратора, с фронтального, чтобы могли максимально ознакомиться, посмотреть на город, то, что можно было, то, что можно было снять. Проедем по всем большим мостам Владивостока. Побываем на острове Русском. Здесь же во Владивостоке поменяю масло и фильтр, но об этом немножко отдельно расскажу, когда подойдет этот фрагмент. Владивосток очень большой город, и поэтому заснять все улицы практически невозможно. Очень много информации, поэтому я бы рекомендовал и советовал в Яндекс.Картах забить координаты и сравнивать карту с реальным положением автомобиля, где находимся. Так, рассказывать, я думаю, это дело неблагодарное, нужно смотреть. Вот сейчас титры показывают, что с левой стороны угловой залив, но его, к сожалению, на видео не будет видно. Просто можете на карте посмотреть это место. Ну, вон кусочек там мелькнул с левой стороны. Автомобили в основном праворульные. Движение достаточно интенсивное. Повторю, что это третья знаковая точка. Первая была, это стела полярного круга Мурманск. Вторая — Магадан. Третья — город Владивосток. Повторю, что будут видео как с фронтального, так и с бокового видеорегистратора. Стараюсь максимально вашему вниманию предложить информацию о городе. Я давно был во Владивостоке, наверное, лет 5, может быть, больше тому назад. Город с каждым годом все красивее, красивее и красивее. Это констатирую, это факт. Дорожное полотно, инфраструктуру можете сами наблюдать. Все на уровне. Наверное, все, что я могу пока сказать. В следующих сериях, может быть, добавлю что-нибудь. Ограничение скорости 100 км в час.
это океан, залив. Нет, господа, мошенников я за версту чую. Это не вантовый мост, это мост русский. Заснять не дает отбойник.
остров русский. Остров русский. Thank you.
седла. Где очки, блин? Вантовый мост. Вантовый мост. Ладно, поедем, куда поедем. Thank you.
там вантовый мост. Называется, оказывается, русский. Вообще я не знаю Владивосток, ё-моё. Мост русский. Какой еще мост есть?
заснял на камеру это. Еще один есть. А как туда проехать? Что набрать там на дегнаторе? Золотой мост, как он называется. Золотой мост? Мост через бухту Золотой Рог, да. Что вы сделали с Владивостоком? Ну? Что вам нужно в обратную сторону ехать? Сейчас мост, и будет первая развязка. Первая развязка после моста. Вы уходите направо. Направо вы ехали? О, еще такой вопрос. А где я могу заснять океан? Ну, море. На океанариуме. Там дальше, если поедете, там есть океанариум. Панорама есть на фоне камеры? Нет, ну там прям такой большой видовой нет. Там сама эта набережная. Это прямо, да? Да, прямо едет. И там будет вывеска какая-то часть сверху висеть. Океанариум налево. Угу. Ну вот налево туда проезжаете. Ну там красиво. А теперь, значит, давайте помогите мне. Что мне набрать здесь? Золотой рог? Мост. Мост через бухту Золотой Рог. Вот это. 33 километра. Так. Короче, на Золотой мост вам обратно развернулся, едете. Первая развязка, там, вот так вот, туда. И прямо поедете. Выезжаем, это проезжаем. Да, на первую развязку выходите направо. И поехали в ту сторону. Вот такой вот петлю делаете. В ту сторону едете. И прям на мост выйдете. Все. Я был здесь в 77 году. Я 78. Вообще. Ладно, благодарю вас. Спасибо за подсказку, за помощь. Так, тут два вантовых моста, оказывается. Этот вот мы сейчас проехали, самый длинный. Второй вантовый мост, это называется Золотой мост. Как он метко. Дальневосточный федеральный университет.
Так, океанариум. Остров Русский, знаменитый остров Русский. Так, немного развернем, чтобы тоже было более интересно, нет? Вот так. Я сделал несколько снимков.